Я Игорь Беляев, мне 9 лет. Ну, там сначала, когда заезжаешь вот на мост, еще не доехал, там просто огромный замок виден, просто огромный замок. Я не помню, где он, мне не говорили, просто сказали родители, ты сейчас едешь в огромный-огромный Диснейленд. Там перед нами еще там три девочки шли, взрослые, они кричали, а мы очень сильно отстали. Вот, я все время, я понимаю, они кричат, значит, там что-то страшное, я все время боялась. Ага, понял. Она ходит со мной на хип-хоп, вот, и она очень классно танцует. Она стройная. И она добрая очень.